А, так я не знаю, кто просто слух кто-то пустил. Ну, что именно в коронавирус? Не знаю. Мне скажи, что мы на Луне живем, и в это поверю, я наверное. Блин, мне аж стрёмно вдыхать. Не знаю, но мне кажется, что эту болезнь специально запустили. Все, что я о нем думаю. Мне так эта маска нравится, такой красивый. Не знаю. Предложили, думаю, почему бы нет, свежий. Попробую, попробовала. Не понравилось. Вот. То, ну, для разнообразия. Просто засиделась уже в Харькове. Решила попробовать. Просто в Харькове в последнее время однообразная работа, одно и то же, одни и те же съемки. Короче, мне так это надоело, что я просто сорвалась и бросила и уехала. А еще я не успела сделать свой зуб для семечки. Вот. И ты его кидал. Под карантине? Может, на карантине? Потому что я лечу домой, чтобы сидеть дома под карантине. Маргарита, зачем ты это сделала? Я включила, короче, я даже минуту не смогла на этот ужас посмотреть. Выключила и думаю, ну его нафиг. Я надеялась, что на Украине никто это говно не смотрит. Блин, серьезно? Мне что-то кажется, что без этого я точно на свою родную землю не вернусь. Я шла с уверенностью, что на Украине не смотрят того, честно. Думаю, ну ладно, попробую, почему бы нет. А я до этого летела, короче, 10... А, перелет у меня был через Турцию, потому что я не могла раньше выехать, и был только такой... Короче, рейс. Я 10 часов провела в аэропорту в Турции. Короче, я туда 2 суток, я не спала. Вот, и прилетела сразу на кастинг. И поэтому я там такая сопливая. А не потому, что у меня жизнь плохая, у меня отличная жизнь. Я просто до очень сильно устала. Блин, капец. Маргарита, ты меня подставила. Теперь все мои... Школьные друзья будут об этом знать. Да, я там плакала от усталости, но и плюс меня довели. Да мне все сказали, что милая. Мне все сказали, что милая, но просто это не я, я не нытик. А так получилось там, что... Я больничка. Не надо, у меня очень хорошие школьные друзья. Спасибо. Ну все, короче, уже весь район знает, весь город. Короче, я не вернусь. Я не знаю, мне насчет этого... Мне что-то как-то так неудобно, что я, блин, даже вот мне писали в личку, там вот очень много ребят начали писать, думала, блин, не буду отвечать. Натуля, привет. Ну ты хорошая там, я здесь хорошая. Там дротики. В смысле дротики кидают? Где там? Что за гадость-то? Привет, машинка.
А, делает этого Харьков. Я в аэропорту. Тиночка, привет, моя хорошая. В городе героя. Да. Мой любимый Харьков. Это город Ха. Чего ушла? Я морально не вывожу это место. Я просто привыкла, чтобы окружала меня более позитивная обстановка. Да, милая, но я просто последние дни уже начала срываться. Конечно, молчала, потому что там, если откроешь рот, то только чтобы поругаться. В моем случае. Спухло, да, Денечка? Нет, спасибо, Саша пришел. Пока не могу говорить об этом. Но мне тяжело в том месте, чисто морально. Там, выяснение отношений, да, там. К тебе ушел, нет, спасибо. Выяснение отношений, постоянно надо разговаривать, там, рассуждать. Чьи-то отношения. Я не люблю вообще лезть в чью-то жизнь. А тут надо сидеть и ее обсуждать. Ну, короче. Это не мое. Гэтсби или кто-то там. Не лечусь, пожалуйста. Да я и в жизни скромная. Да, и вот и хорошо. Перестанешь смотреть, чтобы не было скучно. Ты сегодня еще суббота? Блядь, если ты еще напишешь какую-то херню, я нахер заблокирую, придурок. Так я добрая, милая, скромная девочка. Мама, ты тут? Ну, не знаю, даже что тебе на это ответить, но это там зависит от характера. Ну, мне там тяжело находиться с моим характером. Кому как. Мне кажется, я просто слишком добрая. Мне всех жалко всегда. Вот, поэтому мне там было тяжко. Он все такой человек, терплю, 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 а потом на себя взорвусь, вообще капец. Привет, 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 привет. Спасибо. Слушай, ты такой смелый, вот я потом зайду на твою страничку, и по-любому у тебя ни одной фотографии, у тебя еще скрытый аккаунт левый. Да? Терпила. Ты хоть знаешь, кто такие терпилы? Ну вот, видишь, она закрыта. Ты меня бесишь, иди отсюда.
Понятно. Блин, этот фильтр, смотрите, какой делает длинный нос. Нет, это неправда, я никогда не виделась ни с какими педофилами. Вообще в жизни не видела педофилов, если честно, слава богу. И про родителей неправда. Они у меня бывают только на празднике. И меня очень любят. И сестрой своей старшей, и младшей. Я очень хорошо общаюсь. Вот. Половой партнер в моей жизни был только один. С 18 лет. Мы с ним вместе 6 лет. Вот. Так что? Я в Москве. Санин, привет. Так что гадости эти все не про меня. Ладно, лучше расскажи, что там на Украине творится. И как мне туда вернуться? Я тут могу находиться еще. Привет, привет. 2 месяца и 2 недели. Привет. Боже, мне интересно просто, у кого ходят в Москву в такую фигню придумывать. Вот и все. Липочки. Так, смотрим, как у нас смотрит. Ура, этот урод, который непонятно когда с ними пишет, вышел. Блин, я тоже на это очень надеюсь. Мне как-то домой хочется. Не, не грустно, а наоборот, очень весело. Вообще, наконец-то увижу своего папочку. Вот. Просто я ненавижу ждать. А еще тут нигде не принимают доллар. Только рублем можно расплатить. Нет, есть. Я хочу еще курить. А тут, короче, нету вот этих вот мест отведенных для курения. Надо выходить на улицу, а потом опять проходить. А потом опять надо будет заходить, проходить эту регистрацию, или как там ее называется. Не в плату. Сейчас все равно, наверное, пойду покурю все-таки. Я не во Внуково. Привет, привет. Здесь спокойно, но здесь только в масках ходят, ну и вот в помещении может находиться вот именно в рабочих не больше 50 человек, там что-то такое, ну, в фирмах, ну вот все, что я знаю. Но здесь спокойно, ну люди просто в масках ходят и все. Кипиша никакого нету, как на Украине, вот мне ребята рассказывают. У меня все хорошо, я сейчас в Москве. Когда вы там планируете съемку? Блин, я, кстати, так и не заехала, не взяла журнал. У вас остались журналы еще? Боюсь спросить, какое.
Я очень боюсь. Поставьте, пожалуйста, мне парочку. Пожалуйста, пожалуйста. Ой, а кстати, Юля мне показывала видео. Можете мне прислать хотя бы видео из журнала? Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. Да, мне говорили и маршрутки, там метро тоже. Держусь, я жду, кто Украину откроет. А вот я не знаю, кстати, сейчас я смогу въехать, я же гражданин какой-то Украины, меня же туда должны пустить. Спасибо. И тебе хорошего вечера. Прожектор. Это что такое? На машине. Это получается, мне надо до Белгорода и там пересечь на машине. Где мне взять машину? У меня знакомая в Англию уехала, и что там в Англии. Прикольно ей. Проект. Нет, я не на проекте уже. Я в аэропорту. Паша, привет. Вот везешь? А ты в курсе, что мне надо тогда будет, тебе точнее, надо будет пересечь границу Украины и России. России и Украины. Вот, если ты такой смелый, отвезешь? А так как я думаю, то, что ты из России, гражданин России, да? То есть, можно... Сейчас расскажу. То, что ты гражданин России, то тебя не пустят в Украину. Поэтому спасибо за предложение, но оно не подходит. Кокетка Бура, привет. Это хохол. Ну там же такси всякие, наверное, ходят. Автобусы так меня не ходят, но такси же должны ходить. У меня прав нет. Ну, спасибо за предложение, добрый человек. Спасибо. Через батут, ага. Спасибо. Да, там так поймают, что ну его нафиг. Кирюша, привет. Да, конечно, не проверят. Там у девочек и мальчиков проверяют, я каждый год езжу. И через Белгород причем. Стоп. У тебя такие смешные шутки, я прям не могу. Ну, привет, Кирюш. Gatsby 192. Блин, я такие духи классные купила вообще. Я прям сижу и... этот запах нравится. Блин, такие сладенькие, сладенькие. Я к папе лечу. Ну, я в России сейчас нахожусь. Вот.
пришла к папе в гости поехать. Не можешь и таишь. Таишь. Я не понимаю, о чем ты вообще пишешь. Что ты на Украине? Оставайся тут. Я не на Украину еду. Лечу. Я остаюсь в России. Просто приезжаю в другой город. Тут ты откроешься. Я и так открыта. Lost from Istanbul. Я неделю назад была в Стамбуле. Истамбуле. Хватит с меня. Нет. Нет. Долго придется ждать. Я и там. В Новую Уренгой сейчас, а потом в Питер. Мой шляпкий мальчик. Спасибо большое, Андрей. Конечно, есть смысл. В любом твоем поступке есть смысл. Привет, привет. Потом что? Потом, может, в Москве? Если не хватит, я к тебе обращусь. Ты ж мне поможешь? Ну, он не вредный, он хороший, но всему со мной лучше. Он просто балованный парень. А как он ходил в осень? Что? Не выдержала. Очень много негатива для меня. Я люблю находиться в позитивном. Я считаю, что ты добрая девочка. Ну, ты пишешь гадости, Гэтсби, или как там тебя? Слушай, ты сейчас допишешься, и тебя кое-кто найдет, и тебя побьет. Убить тебя не удал. Удачи. Да, маме, я того же умею. Придурок какой-то. Я так и сказала, я подумала, что в интервью ты тоже самое написала. По праздникам. Слушай, меня по праздникам не так развлекают, потому что эти лесы. А на кого я похожа? Да я самая настоящая похожа. Наконец-то. Да ладно. Не все, знаете, какие красивые украинки вообще. Блин, самая красивая нация. Мне кажется, даже в России не настолько красивые девочки, как на Украине. Я
правда. Бабирики все такие мясные. Сейчас мы забыли в чемодане. Не сидите себе. Вот, я тоже так считаю. Хорошо, девочки, охренеть. Потому что я такая. Ну, это тоже. Да, папочка меня откормит. Я за этим знаю. Поправлюсь, я стану выглядеть как украинка. Да чем я не похожа на украинку? Чистый хохол. На кого это я похожа? Главное, чтобы он мне кофе с утра с коньяком не сделал, как он любит. Ой, все, боже мой. Сказала, что папа утром не сделал кофе с этим, с коньяком. Сейчас подумает, что действительно семья алкашей. Шо? Что надо? Что у меня ховар не украинский? Мы живем в Харькове. От Харькова до Белгорода 30 минут. У нас все русскоговорящие в Харькове. Вот. Ну, мы все разговариваем на русском языке в Харькове. У нас только приезжие на украинском могут говорить. Нет, это история, просто я заболела. Вот, там с папой в Питере были. Я заболела, в общем. И папа решил мне так горло пробрить. Да, допустим. Горло пробрить или что-то такое. Или часть, не помню, что-то такое прям. Наверное, ты имеешь в виду в Харьков на рынок ездили. У нас, да, большой рынок был и есть, Барабашово называется. Да ладно, 90% в Харькове на русском говорят. Да, да, я поняла. Спасибо большое. В Харькове, да, на рынок. Да, потому что и раньше цены там такие были, а сейчас перестали, кстати, ездить, потому что... Ну, у нас дорого стало. Есть даже позиции, которые намного дешевле в России купить, чем на Украине. Смешанный какой-то язык, так что мы найдем еще язык жизни, соседка. Да. Да, они говорят, туда ехали как-то дешевые цены. Твой брат учится на украинском. Бедный ребенок. Да. Блин, да, очень много. Но это особенно на выходных, я знаю, белгородские люди, люди из Белгорода, как правильно сказать, постоянно ездили на Барабашево, на этот рынок. А сейчас, допустим, вот в Найке захожу, там, кроссовки, к примеру, у нас в гривне они стоят 3000, а в рублях там 4000 рублей. Вот, ну, короче, в России стало намного дешевле одеваться, чем на Украине. Дякую, хо-хо. Короче, как это... А мне тоже, короче, ребята тут говорят, да, скажи, что на украинском, скажи, что на украинском. У девочки день рождения было.
там говорят, о, давайте там кто на русском, кто какой язык знает, на том поздравят. Я стою, думаю, блин, как на украинском будет с днем рождения. Думала, думала, еле вспомнила. Оставайся в Москве. Второй большой в Москве. Теперь. Там у меня просто нету знакомых в Москве, я бы так осталась. Ну, точнее, есть, но не настолько хорошие, чтобы остаться здесь. Я еще приеду в Москву, просто чуть-чуть попозже. Меня просто пугает, так как этот город большой очень. Я даже в метро там запуталась очень, вообще жестко. Вот, и самой находиться здесь, ну, мне стремновато. Могу в какую-то неприятную залезть. Вот. А в других городах просто, когда я еду, у меня там родственники, либо знакомые. Поэтому так проще. Ладно, вначале отдохнуть хочу. А потом будем смотреть. Просто все зависит от, ну, что будет в стране с коронавирусом. От этого буду отталкиваться. Да нет, я не боюсь, просто я знаю, ну, то, что могу влипнуть в неприятности. Чего бояться? Знаешь, дело в том, что надо ли мне это. Хорошо, не исчезну. Маша. Если Маша есть хорошие девочки, я с ними до сих пор общаюсь. Ну, с одной из них. Слушайте, ребят, ну, вы просто не понимаете. Вы думаете, что все, что там происходит, вам показывает? Ну, просто. Капец. Наивные. Вам преподносят все так, как бы вам это зашло. А то, чем там занимались и что вообще делали, вы этого никогда не узнаете. Идиоты. Нет, там не показывается самое интересное, уж поверьте. Потому что если бы там показывали все самое интересное, это не показывали по телевизору этот проект. Ну вот, видите? Очень хороший вопрос, как 24 часа поместить в 1.5 часа. Идиота кусок, да, идиота кусок. Под камерой там никто не моется. Только 10, еще даже 10 нету. Ой, 2 часа. Ой, боже. Элиночка, привет. Не теряйся. А кто теряется? Thank you.
Да, Элин, я тоже тут посмеялась очень. Нет, телефон падает. Он был не так хорошо настроен. Не плачь часто, хорошо, не буду больше вообще. Ой, расскажи, а что за твою жизнь там рассказывают? Да блин, ну если честно, ну такое придумать, особенно про этого дебильного кота педофила. Почему педофил? Можно же было что-то поярче придумать. Блин, ну это вообще так смеялось, будут идиоты. Я думаю, для модели ты, а потом как Маша на вид. Ничего не поняла. Ай, блин. Спасибо большое. Зайди в мои истории, почитай, Гэтсби. Гэтсби. Не знаю, как ты там пишешься, читаешься. Семейка алкашей, да, мама, не семейка алкашей. Ну, а Владику эта история особо не понравилась. Зачем ты такое выкладываешь, чтобы обсуждали? Говорите, блин, если люди хотят посмеяться, пусть посмеются. Чего смехом должна не поделиться с людьми? Веселой историей в своей жизни. Ой, боже мой. Даже убить захотелось. Да, особенно тебя. Ну, скучно. Почему мне эти ногти сделать и корни покрасить? И умыться. Ой, я приеду, напьюсь, папа. Да. Так, главное, я вот читаю, вот этот мне прислали, я что-то этот директ проверяла. Директ, дайрект, не знаю, как там вы его правильно называете. Проверяю, думаю, блин, посмотрю, там мне по работе, короче, писали. Вот, и не могла на неделю отвечать, надо было ответить, короче, сегодня. Вот, лажу, какая-то картинка. Я ж нажимаю. Короче, нажимаю, тут такое, моя фотография. Ну, приближаю, вот этот текст. А так красиво начинается там. Вот такая-то, такая-то там. А, нет, начинается тут семья алкашей. Что за бред? Потом про сестру. Потом про тёпки был, ну, короче, как идиот. Какой мог просто это придумать? Капец. Просто начали все с того, что из серии «Скорт», «Скортница» и тому подобное. Но говорят, что это нормально, что тут всем такое девочкам поначалу приписывают. Вот. А потом сегодня обнаружила эту фигню. Блин, походу вирус этот людям куда в мозг въедается, что они такие.
вампира с головного мозга. Блин, по-моему, она напилась кока-колы. Мне 24 годика с половиной. У вас это где? Хочется музыку включить, послушать. Ой, блядь, ты достал уже. Да, старуха. Все, ладно. Сбежит, да нет. Посмотрим, все, короче, пока вы не видите.